Приветствую! В этом видеоролике я хочу поделиться с вами информацией, как можно скопировать текст с любого сайта, даже если он защищен от копирования. Что для этого надо? Я покажу вам два способа. Один способ – это когда просто текст можно будет скопировать, а второй способ – это когда вы хотите скопировать текст, скажем, с картинок или с фото. Итак, первый способ. К примеру, зашли вы на сайт. Ну, я взял первый сайт, вот который попался. Вот здесь идет текст. Там про зрение, как улучшить зрение, все такое. И я хочу его скопировать. Допустим, начинаю копировать, а он не копируется. Что надо для того, чтобы скопировать этот текст? Нажимаем Ctrl-U. Нас перебрасывает, видите, на страницу с HTML-кодами. Вот. Теперь тут найти нам этот текст, конечно, будет тяжеловато. Поэтому нажимаем Ctrl-F. Высвечивается поисковое окошко. В него вводим начало текста. Давайте посмотрим, какой там был. С возрастом. Вот сюда так и пишем. С возрастом. И вот у меня уже появляется текст. Вот он, видите, вот с возрастом, да и не только. Люди начинают замечать, что у них все хуже становится зрение и так дальше. Теперь я спокойно могу этот текст полностью выделить, вот до слова «Будьте здоровы». И нажимаем правую кнопочку и «Копировать». И переносим на какой-нибудь свой текстовый документик и сюда это вставляем. Вот, пожалуйста, весь этот текст. Единственное, что тут может поубирать какие-то ссылки, какие-то коды. А так полностью текст весь скопировался и перенесли мы его. А сейчас давайте посмотрим второй вариант. Когда нам надо скопировать текст из какого-нибудь фото или картинки. Для этого я пользуюсь бесплатным сервисом Free Online OCR, который конвертирует из JPEG, PNG, GIF и так дальше в текстовый вариант. Как он работает? Вот здесь вы видите, написано Select your file. То есть выберите файл. Кликаете на эту кнопочку. Выбираете какую-нибудь картинку или фото, где у вас там с текстом идет. Ну вот, к примеру, вот картинку я выбрал, одну такую, которая имеет формат JPEG. Так, здесь язык стоит русский. Если мне надо русский, если какой-то другой, можете выбрать себе любой другой. И нажимаете Upload, что значит загрузить. Загружаете, ждете. Так. Вот появилась ваша картинка. Он даже сервис вам выделил ее, эти слова. Видите, морально устал, хочу отдохнуть аморально. Да, нам это и надо. Нажимаем OCR вот сюда. И вот, пожалуйста. Морально устал, хочу отдохнуть аморально. Все, теперь вы это можете скопировать. И опять же перенести, куда вам удобно. И туда вставлять. Вот, пожалуйста. Надеюсь, в дальнейшем эти оба метода вам пригодятся. Ссылочки на этот конвертер я оставлю, как всегда, под видео. На этом все. До скорых встреч. Всего хорошего.